Три Маша. Вот мы украсили нашу лесную красавицу. Правда, прикольно. Действительно, очень классная елочка у нас получилась. Ребята, а у вас такая же? Ставь лайк, кто уже готов праздновать Новый год. А посмотрите, какую его Деда Мороза и Снегурочку смастерили Тима и Маша. Класс! Ну что ж, мы уже готовы встречать Новый год, ребята? Еще у них подарочек, у нас внизу украсить. Да, у нас вон подставочка видна. Что же делать? Вы знаете, я получила посылку с Алиэкспресс. Давайте ее сейчас откроем и посмотрим, что в ней. Угу. Да, да. Тимош, давай разрезаем посылку, упаковку. Что у нас там? Ага, открывай. Маш, помогай Тимофею. Что же это такое? Дед Мороз! К нам приехал с Китая Дед Мороз. Прикольно. Давайте разворачивайте дальше. Аккуратненько там. Ну что ж, давайте достанем и посмотрим, что же это такое. Маша, помогай Тиме. Может, это мешок Деда Мороза? Может, там уже подарки лежат? Это похоже на жилетку. На жилетку, Тим? Ну тогда одевай. Нет, это на плащ Деда Мороза. Или юбку. Короче, ребята, я вам расскажу. Это юбка для елки. Давайте, помогайте мне. Тяните в разные стороны. Вот, видите, как классно? Это юбочка для нашей новогодней елочки. Маш, нравится тебе? Да. Тима, тебе? Да. Классная, да? Давайте теперь ее под елочку пойдем поставим. Давайте, надевайте на нашу красавицу. Аккуратненько, чтобы не уколоться. Расправляйте. Вот. И теперь Дедушка Мороз будет знать, что у него есть там знак, куда надо ложить подарки. Да. Вот такая юбочка у нашей елочки. Правда, прикольно? А у елочки есть такая юбочка, а у меня нету. Ты хочешь себе новую юбочку? Угу. Ладно, у меня есть для тебя еще одна посылка. Ну, Маша, доставай свою юбочку. Ух ты, какая! Ух тышка! Смотри, с этой стороны она такая блестящая. Да. Давай скорее распаковывать. Да. Здесь можно и без ножниц обойтись. Ну давай вот здесь, смотри, здесь должно раскрываться. Ким, помоги, пожалуйста, Маше. Ага, вот. Так, а ну доставай. Это платье. Да. Это платье с новой юбочкой, с красивой. А олененок какой прикольный. Смотри, у него как сережки висят всякие разные. Он конфетки, шарики. И вот здесь бантик пришит. Какое классное платье. Ну что, примеряем? Да. Давай. Классное платье. Нравится тебе? Да. В этом платье понесем крестную вечерю. Да. А смотрите, что я заметила. Маш, кто у тебя на платье нарисован? Олень. А у Тимы? Олень. Только у Тимы олень Рудольф, а у Маши какая-то Рудольфина, скорее всего, да? Да. А знаете, что я вам предложу? В следующем видео мы снимем интересную игру, связанную с оленями. Хотите? Да. Я думаю, наши друзья тоже хотят. Кто хочет, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях и не забудьте нажать колокольчик. Ставь лайк. Пока, друзья!